вам напоминаю, что мы в подмосковном городе, город Долгопрудный, город чудный, на чудесной волшебной фабрике «Страна мороженого». Это фабрика «Чистая линия». Дети счастливы, родители тоже, поскольку мы все окунулись в детство, почувствовали запах детства. Видите, если вы приехали раньше, как можно здорово развлекать своих детишек. Вот сейчас это делает наш педагог замечательно. Нам, честно говоря, так повезло, что нам не нужен никакой аниматор. Мы ее обожаем. И вот эти 2 часа, которым, к сожалению, не по вине нашей придется детям ждать своей долгожданной экскурсии, они, конечно, действительно проведут на настоящей планете детства. Вот такие прекрасные картины здесь нарисованы. Запах детства, все в мороженое, с замечательным педагогом. А потом мы пойдем показывать им секреты изготовления вот этих сладостей.